Коллеги, привет! Мы часто сталкиваемся с запросом на выезд преподавателя в Москве или в Санкт-Петербурге для проведения мастер-класса прямо в барбершопе. На наш взгляд, это нерационально. Ведь представьте, вам придется закрывать барбершоп на день или два, при этом терять своих клиентов. А если мужчине нужно постричься, то немногие из них будут ждать, когда вы заработаете снова. И они пойдут к вашим ближайшим конкурентам. И есть риск, что в итоге они там и останутся. Помимо этого, вам придется заниматься организационными вопросами, моделями и всем остальным. А это довольно непростая и, поверьте мне, нервная работа. Зачем вам это нужно? Работая в Москве или Санкт-Петербурге, гораздо проще и выгоднее отправить барберов к нам, где организацией семинара будут заниматься профессиональные менеджеры с большим опытом в этом деле. Наши школы полноценно оборудованы для качественного обучения, включая всю необходимую технику для проведения учебного дня. А это крайне важно. Если вы хотите обучить сразу весь персонал, то отправьте одну половину команды в один день, а вторую половину в другой. При этом все обучатся, и ваш барбершоп будет работать и приносить доход в эти дни, и вам не придется заниматься организацией. Плюсы со всех сторон. Также мы можем организовать закрытые группы только под ваш персонал, где не будет посторонних. Напишите или позвоните нам в школу, и мы обсудим всевозможные варианты сотрудничества. С вами был Михаил при поддержке Moscow Barbering School. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на наш канал, и мы увидимся в мире барберинга.